Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Всем привет, мои хорошие! Ой, сегодня убираю Светлана с давлением. Не знаю, наверное, это глаз. Не глаз, это переутомленность. Возилась такая тяжесть. И сейчас тоже выпила лекарств, напилась, а все. Ничего. Ну, кстати, знаете, что я хочу сказать? Я заметила такую закономерность, как я приехала в Турцию, у меня вообще нету давления высокого. А в Грузии, я помню, постоянно я пила лекарства. Ну, вот такая вот ситуация. Турция на меня хорошо подействует. Даже Наталья с мамой говорят, у них очень-очень редко поднимается высокое давление. Ну, так вот, мои хорошие, я в таком прекрасном настроении, несмотря на свой недуг. И что я делаю? Посмотрите, я готовлю царский завтрак моему мужу. И что я именно готовлю? Посмотрите, какие у меня оладушки получились. Я сама в шоке. Посмотрите, какие они пышные. Вы видите? Только все перемыла, будем пачкать кухню заново. Так я редко готовлю, пеку оладушки. И они у меня так получаются очень красивые всегда. Вот видите, какие пышненькие, а? И что здесь только? Йогурт, сода, карбонат тузус, такой разрыхлитель, и соль. Ни яйца, ничего. Я знаете, что заметила? Когда я не добавляю яйца, у меня вот такие получаются, они обалденно красивые. Вот. И тут у меня история такая есть, как я приготовила на завтрак. Оладушки сладкие, туркам. Друзьям его, когда мы жили вместе. Так, у меня тут бардак, почему? Здесь у меня фарш размораживается, уже готовый на кофте. Здесь чечевица за водички. Здесь у меня варенье инжировое. Вот такую поляну я накрыла. Сырок, маслинки, картошечка, салатик с яичек, яйцо, лук, петрушка, черный перчик, соль. Сосисечки чуть-чуть всего понемножечку. Вот так вот у меня. Поэтому такой беспорядок. Хотя я вчера все перечистила, все перемыла. Вот газ у меня начал сейчас опять. Газ начал опять у меня. Испачкался, потому что я забрызгала. Вот. И ничего, все, можно это отмыть. Все, оладушки готовы. Чаек заваренный, готовый. Лишнее все поубирать, мусора столько собирается. Все, идем завтракать со Шкымом. Лаки пришел к Свете. Халюси Лаки, халюси мальчик. Красавчик. Лаки, забанили нас, да? Вчерашнее видео. А? Лапуля, Лапуля. Где игрушка твоя? Игрушка где? Игрушка где? Пошел искать игрушку. Пошел искать игрушку. Нашел? Нашел? Я сегодня такой завтрак сделала, мой муж не поел. Игрушки. А ну пойдем посмотрим. Где? Где игрушка? Где игрушка? Да, где? Где игрушка? Лапуля! Лапуля! Так, сейчас, значит, хочу что-то вам сообщить о новости. Для Натальи хорошая, для нас нет. Наталья, расскажи, куда ты едешь. И Лаки тоже там сидит. Наталья едет в Аланию. Наталья, вот расскажи, пожалуйста. Не взяла я у тебя еще интервью. Как купить квартиру? Сложно купить квартиру в Мерсине? Да нет, если через риэлтора, не сложно купить квартиру. Если самим искать, ну, надо обязательно, чтобы человека рядом был, который знает турецкий язык. А так, в принципе, сложности нет. У нас в России гораздо сложнее купить квартиру. То есть больше сложностей именно препонов документальных. Здесь все проще, гораздо проще получить гражданство, получить, тем более у нас в России очень... как не коррупция, а
как сказать, объяснить-то? Деньги все хотят, ну, грубо говоря. Деньгами, а еще же волокита вот эта вот канцелярская кругом. В каждый кабинет надо прийти покланяться, а тут же все по закону. Да, тут все по закону. А квартиры здесь дорогие, как ты думаешь? А в Мерсине приемлемые совершенно цены. Квартиры гораздо дороже у нас. А почему ты переезжаешь в Аланию тогда? Я еще никуда не переезжаю. Подожди, мы еще съездим, только посмотрим все. А, ехать только посмотрите вы? Вы еще не будете там еще решать, да? Как и что? Посмотрим, все будет видно. Ну хорошо. Загадкой. Но это мечта была. Почему она поменяла решение? Потому что это была ее мечта с детства, жить в Алании. Да, не так ли? И ну, посмотришь, что как. С детства, но в определенном возрасте захотелось. Ну и это для мамы хорошо, потому что там много русскоязычных, и мама будет с кем-то общаться. Учите. Работать. Замуж я не собираюсь. Да. Товарищи мои, друзья, кто беспокоится очень сильно и хочет выдать меня замуж. Замуж я не собираюсь. Она не для этого приехала. Я приехала жить и работать. И мамочку лечить, чтобы у меня мамочка вылечилась в конце концов свой позвоночник, который сломала в 19-м году. Вот, так что все, желаю всем удачи, действуйте. Также воплощайте свои мечты. На него смотрю, я же думаю, воплотил он мечты свои. Лаки! Хулиган ты такой красивый наш мальчик. Занимается сейчас чисткой близкой. Наделал делов. Хулиган наш. Хулиган, клятявчик такой, клятявчик. Сидеть, Лаки. Халюси, как он любит свет. Ой, какой молодец. И как мне нравится, когда он ушки так поднимает. Красавчик такой, халюсенький мальчик. Халюсенький мальчик, красивый мальчик наш уезжает завтра. И чё, все будет хорошо, если что, опять приедет он к нам. Да, да, боюсь, ты опасный, опасный. Дай лапку, лёпанку, лёпанку. С ума сходит за тобой, короче. Когда на работу пойдет Наталья, на работу и уходит. Это же мой третий ребенок, самый младший. Угу. Самый младший, поэтому такой вот любимый, такой маленький любимый лапки. Халёсий такой, пушистый, послушный, злюка. Всех покусал здесь Мерсини? Ой, все. Смотрите, как он любит Наталью. Всех покусал, да нет. Никого не покусал. Так маленько припустил. Припустил чуть-чуть. Все. Ты кушать хочешь? Ты покормил тебя Ашким? Да, Ашким как боится и сидит, не дышит. Давай. О, играть хочет. Ой, намак истер. Йог, емек сыр. А, емек, кушать хочет. Не дышит. Не бойся. Коркма. Поцелуй. Бахшим, чарсам на скидр. Я мик вердым я? Города в Турду, все бенемо. Я хэн гельме. Друзья мои, вдруг решила поделиться с вами радостью. Гости, едут к нам гости. Потом расскажу о всех гостях. Дома, что было, быстренько, посмотрите. Ашким помогает мне снимать. Ашким, чек. Изменила патлиджанку в те, вытащила с морозилки испанак, быстро делаю тесто замесила из йогурта, посмотрите, какое хорошее, на пиццу. Быстро пиццу сделаю, плов есть, булгур, суп сделаю из зеленого мерджика, вот, в общем, а чуть попозже расскажу всем о моих гостях. Вот такую пиццу я приготовила. Тут что у меня? Сосиски, сырок, красный болгарский перец и кусочки масла. И помазала кетчупом. Не знаю, посмотрим, как получится.
Вот здесь сейчас я ее положу. Здесь у меня готовится кебаб. Смотрим, как это получится сейчас. Кебаб сделала другой сегодня. Левой рукой получилось. Вот так сейчас будет два в одном, друзья мои. Супчик уже готовится. А сейчас я вам расскажу о своих гостях. Так, здесь тоже все убрала. Сейчас салатик нарежу. Здесь у меня, говорится, суп с зеленой чечевицей. Он очень простой. Ну, а сейчас расскажу вам, какие гости ко мне приходят. Ко мне приходит Наталья с мамой. Дело в том, что они уезжают в Аланию. Я решила им устроить такой, ну, приятный вечер, да. Потому что они собирают чемоданы, свои сумки, и мне, конечно, до готовки. И так мы не успели, я им не успела угостить всеми вкуснятинами из турецкой кухни. И мне пришла в голову мгновенно их пригласить, позвать на ужин, чтобы они потом могли спокойно собраться и поехать. Но, естественно, мы их будем провожать, посадим их на такси, и они направляются в Аланию. Ну и, по-моему, они идут уже. Лаки гавкает. Ну, а обо всем мы поговорим потом. Вот такая пицца у меня получилась. Пиза по-турецки. Не знаю, что-то она вышла у меня такая вся. Ну, не сильно пригорела, нормально. Тесто посмотрим. Сейчас оно, наверное, впитается, пропитается, и будем кушать ее. Здесь плов булгур. А здесь чечевичный суп. Он такой страшный, но такой вкусный. Сейчас жду, пока Наталья с мамой придут. Вот такой вот у нас вышел. Батлажан кофте. Будем кушать. Ням-ням. Сейчас разрежу эту пизу. На тарелочки положу. А вот и мой долгожданный гость, который уезжает. Лакуся, мы только полюбили друг друга, нашли общий язык, и он уезжает. Вот мои гости, Наталья с мамочкой. Вот, сейчас будем кушать. Вот такой вот у меня получился кебаб. По-другому я сделала, друзья мои. Пицца. Ну все, давайте будем вас провожать счастливую дорогу. Встретимся обязательно. Желаю вам всего хорошего, исполнения желаний, чтобы вы быстро купили квартиру, были счастливы, жили дружно. И мы приедем к вам в солнечную Аланию. Ну все, пока-пока, счастливо. Спасибо вам. Света. Пишите только хорошие комментарии, друзья мои, а то всех буду в черный список заносить. Лаки, служи. Вот ты умница. Еще служи. Еще вот так кружись. Вот так кружись. Давай. Ой, ты умничка. Иди ко мне, залезай ко мне, давай. Давай будем целоваться. Посмотрите, какой. Лаки. Поменял. Лаки. Вот мы. Он так лег, расположился, как будто он хозяин. Да, Лаки хозяин. Кто там Лаки? Никого нету. А где игрушка твоя? Игрушка где? Игрушка где? Где игрушка? Где? Игрушку-то он даже не знает, это куда это ему бежать. Это он будет у вас в рюкзаке всю ночь сидеть? Нет, она. На руках. Идем с Ашкымом провожать Наталью с мамой. Ашкыма будет сейчас, Ашкым чемоданы будет с ним выгружать. Ой, так грустно, Лаки и уходит от нас. Дашка в Лаки кидает. Сюда. Мама. А чего не вперед не села? Не знаю. Ну все, давайте, пока. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажмите.
нажми на колокольчик и на все уведомления.